знаешь, это какой сегодня праздник и в честь чего он называется? 4 марта. Сегодня День народного единства. А в честь чего он называется, я, к сожалению, сказать, наверное, не смогу. День народного единства. А в честь чего называется он? Международное единство, что такое? А в честь чего называется? Без понятия. Не знаю. В честь интернета, главное, может? Главное, что 3 дня выходных. Подожди, не снимай. День независимости России. Знаете ли вы, какой сегодня праздник и в честь чего он называется? Нет. Нет, вы знаете, что 3 дня выходных, но какой праздник, не знаю. День единства народа, день прощения, день согласия, примирения. А много разных названий. В честь чего он назван? В смысле, какого события? Да. Вот это не скажу точно, ты уж простите. День народного единства. В день сплочения российского народа, потому что все люди братья. День единства? Да, знаю. Минин и Пожарский там что-то они сделали, я помню. Ну, к ним это тоже имеет отношение. Не знаю. День народного единства, а в честь чего? Я не знаю. День единства, а в честь чего? Не знаю. Привет, знаешь, это какой сегодня праздник и в честь чего он называется? Ой, привет, честно, нет. Сегодня День России, но в честь чего, так не знаю. Знаешь, что сегодня праздник России? День народного единства, в честь чего, не знаю. Привет, знаешь, это какой сегодня праздник и в честь чего он называется? Нет. Не знаешь? Что сегодня выходной, знаешь? А, да. В честь чего он называется? Нет. Потому что День единства вроде бы. Единство? А, ну, да. Сегодня день... как же? Народного единства, да? В честь чего он называется? Что же у нас было? 1612, да, год? А потом еще и добавилось 91. Да? Да. Вот, собственно, эти события. Освобождение поляков и... собственно, образование нового государства Российской Федерации. Вообще, я знаю, что сегодня день смуты, нет? Нет? Я не знаю, как сегодня праздник. Сегодня день единства или что-то такое, или единения. А в честь чего тогда единство? А, этого самого. Сейчас позвоним, сейчас узнаем. Ну да, 4 ноября, праздник какого-то там единства, не знаю. В честь чего называется? А, народного единства. Точно? Да. Ну, а в честь вот, чего, не знаю. Что-то с единое что-то. Юль. Не, я знаю, что сегодня праздник, только я не знаю какой. Что-то там связано с единством, что-то такое. А, сегодня день... Не знаю. День единства. День единства. День Казанской Божьей Матери. День Казанской. Сейчас посетили церковь, сходили, постояли службу, посмотрели, свечки поставили. Поэтому сегодня праздник хороший. Мы вот идем довольны сегодняшним праздником. Конечно, знаем День народного единства. А называется в честь освобождения Минина и Пожарского от польских захватчиков.